Прицеливаюсь. Оп! Прицеливаюсь. Оп! 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 Друзья, посмотрите, летит какая-то тетрадка или что-то еще в этом роде. Сейчас я попробую к ней поближе подлететь. Благо, это не птица никакая. О! Во! Набирает. Причем набирает лучше, чем мы на планере. Представляете? Вот это да. Что такое в воздухе не встретишь? То есть это каким-то потоком воздуха эту тетрадку унесло. И сейчас она летает. Сейчас мы попробуем в нее врезаться. Оп! Ой. Ну-ка. Вот так можно дурака повалять, да? Сейчас я прям на нос попробую надеть. Вот смотрите. Есть. Прицеливаюсь. Оп! Самое интересное, какая у нее должна быть аэродинамика, чтобы планер не мог эту хрень догнать. То есть я реально в спирали сейчас за счет всевозможных скольжений, конечно, теряю высоту лучше, чем тетрадка. Сейчас я на нее опять разворачиваюсь. Оп, прицел. Ой, это все мы в минусах делаем, потому что тетрадка потеряла центр потока, который я выдавил вверх, и медленно, но уверенно снижается вместе с нами. Сейчас я еще раз в нее с ней полетаю рядом и пойду искать поток восходящий. Максимально красиво прицеливаюсь. По левому борту пройдет. Оп! Интересно, я могу ее поймать на крыло? Теоретически от этого ничего не будет нам. Это же интересно. Ну-ка. Когда еще так повеселишься? Еще можно только так с воздушным шариком повеселиться. Так, прицеливаемся. Тетрадку вижу. Это салфетка вообще-то. Салфетка? Как ты вообще думаешь, что это такое? Это тряпочка? Ну-ка, друзья, по слухам, это тряпочка. Так, лучше прицелиться мне нужно в эту тряпочку. Картонка. Что? Картонка. Картонка? Похоже на микрофазу. Ладно, сейчас я все-таки развернусь. Правым спиралью мне больше нравится атаковать. Главное сейчас ее из виду не потерять. Ну-ка. Понятно, что она никуда не денется. Я потерял. Видишь ее? Вот ты ж, блин, как обидно, а. Ну, салфеточка наша. Куда ты делась? Хорошенькая. Поди ж ты, а. Как обидно. Ну, уже точно мы пролетели место, где она была. Давай поисковую спираль сделаем. Смотри внимательно. О, горе, горе-ка-е. Салфетку потеряли. Вот, друзья, ты отвлечешься на секунду. Такая была хорошая салфетка, чтобы ее погонять. И поди ж ты. Продуплили мы салфетку. Ладно. Так, надо бы нам это вернуться с высоты набрать, а то мы так салфеткой заигрались, что все. Расставание. Расставание с салфеткой. Так, а мы летим под эти облака, набирать высоту. Ну, мы подошли к облаку. Оно над нами развивается. Вот склончик, с которого все это уходит. И встаем в восходящий поток. Я думаю, сила потока будет метров до 4. Вот, собственно, хотел я вам рассказать, как эта салфетка смогла попасть в небо. Во-первых, сейчас достаточно приличный дует южный ветерочек. Он 25 км в час, прибор сейчас показывает непосредственно. Но надо сказать, что он реально больше. То есть мы сейчас летали, было и 40 км в час. А внизу ходят порывчики. Вот, возможно, лежала у кого-нибудь дома такая салфеточка. Или в кафе. И ее порывом ветра подняло вверх и засосало восходящий поток, который сейчас
например, у нас 4 метра в секунду на вариометре. Если вы кинете салфетку, например, со второго этажа или там с третьего, вы увидите, что она падает, но она падает не очень все-таки быстро. И вот скорость восходящего потока превосходила скорость салфетки, что позволило салфетке воспарить, подняться на высоту 2 километров и встретиться с нами. И уже это я считаю просто прекрасным фактором. В Альпах сейчас засуха, стоит жара, 38 градусов на аэродроме днем, по крайней мере вчера было, сегодня то же самое, мы взлетели пораньше, пока 35, и мы имеем полное право взлетать еще при такой температуре, иначе дальше бензин кипит у буксировщика и у нас. Надо выбраться к облаку, его кромка сейчас, я думаю, где-то 2600-2700 метров, потом наша точка следующая, пик де Бюр, и дальше поскачем в большие горы, купаться в облаках и охлаждаться. И вот это, конечно, возможность выбраться с жары вот в такую вот прохладу высоты, это высшее удовольствие. О, над нами наш коллега летает. Видите, мы могли вместе с ним там быть, если бы не охотились за салфеткой. Ну а салфетка для вас это, я думаю, повод улыбнуться. Нам очень тоже понравился, не погоняться. Вот такая вот забавная получилась история, друзья. Я обязательно ее выложу, потому что, ну, прикольно. Вот прямо сейчас вот нажму на кнопку, с неба ее загружу. История с неба. Наша встреча с салфеткой. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Вообще.